моя страница. Мы с мужем спали. Раздался на мобильный мужа звонок. Он поднял трубку, пьяный голос. Какой-то мужик, явно пьяный, просит позвать Лилю, а меня звать Лиля. Муж говорит, она спит. Пьяный спрашивает, с кем я говорю? Предъява такая. Муж говорит, с мужем. Мужик начинает ругаться, сквернословить в адрес Лили, говорить, она не сказала, что замужем. Тут муж проснулся уже. Когда вы виделись? Тот говорит, слава богу, пишет мне Лиля, я в это время была дома. Вопрос не было, муж ему говорит, звони своей Лиле, уточни телефон и звони своей Лиле, а нам спать не мешай. Вот дальше ни в одной стране продолжения быть не может никакого. Но только не у славян. Проходит 2 часа. Снова звонит телефон. Тот же голос. Готовы? Говорит, слышь, мужик, я до своей Лили не дозвонился, дай хоть я с твоей поговорю. Трогательный, да, наш народ?